Вы меня просили показать, как я разделаю скумбрию на чистое филе. Итак, первое и самое важное, рыбка должна быть немножко подмороженной, так будет проще разделать во всех отношениях. Голову срезаем по диагонали, оставляя максимальное количество мяса на филешке. Еще один плюс, внутренности останутся подмороженные и не будут расползаться. Итак, делаем два продольных надреза вдоль хребта. И уже вот так вот с помощью рук и немного помогая ножом, мы отделяем хребет вместе с внутренностями от филешки. Опять же, плюс разделки рыбы подмороженной, рабочее место вокруг остается максимально чистым. Далее с помощью ножички счищаем черную пленку в районе брюшка. И с помощью щипчиков для костей вынимаем реберные и внутренние косточки. Ну вот и все, скумбрию мы разделали на чистое филе, осталось ее только приготовить и съесть. Надеюсь, это видео станет для вас полезным. Пользуйтесь!